мы назовем наш проект «Венецианский карнавал». То есть, я понимаю, это будет довольно много сложных конструкций, и в результате все в каком-то таком старом стиле, да? Ну, почему же нет? Я думаю, что наша беседка будет в стиле модерн. И мало того, она будет из простых конструкций, и сделана из легких и прочных палет. Начинаем нашу стройку с фундамента. Участок здесь довольно неровный, и лучше всего подойдет фундамент на винтовых сваях. В его основе стальная труба с лопастями и острым концом. Когда трубу ввинчивают в землю, происходит не разрыхление, а уплотнение грунта. Мы выбрали такой фундамент еще и потому, что он идеально подходит для глинистой почвы. Такой, как здесь. Установке фундамента на винтовых сваях даже дождь не помеха. Несколько часов, и надежный фундамент готов. Функцию нижней обвязки в данном случае выполняет деревянный брус, который фиксируется с помощью специальных винтов-глухарей. Крепим лаги для пола. Теперь устанавливаем вертикальные стойки, которые будут держать всю конструкцию. Беседки уютны и необычны не только днем, но и вечером. Благодаря светодиодному освещению яркие лучи света пробиваются наружу сквозь щели в палетах. Смотрится это довольно необычно. Мы специально расположили беседку так, чтобы стену дома можно было использовать как большой экран. А можно собраться большой компанией и посмотреть хороший фильм. Отличное место для встречи с друзьями. Наши герои смогут по вечерам с удовольствием наблюдать в театральном домике за этим волшебством.